На территории Ерик-парка работы в разгаре. Сейчас строители устанавливают бордюрный камень, прокладывают кабель для освещения. Земляные работы здесь практически завершены. На участке ежедневно трудятся 30 человек и несколько спецмашин. Идут строго по графику. Идем не то, что успеваем, то есть мы планируем все это с опережением графика выполнять. Концепция проекта «Ерик-парк» в Волгаре предусматривает благоустройство пространства для семейного отдыха с площадкой для проведения массовых праздников, велодорожками и павильоном с шахматными столами. В парке сделают пешеходные зоны. Особое внимание разработчики уделяют озеленению. Здесь высадят новые деревья и обустроят газоны. Также на территории установят террасы с шезлонгами, качели, лавочки, гамаки. Слушай, а вот тут зиму как будет храниться? Это все уличное. Все это уже применялось там, в Казани, в Москве. Я хочу сейчас призвать всех жителей, да, вот запомнить эту территорию сейчас именно такой. И вернуться сюда в ноябре, если не будет снега, и в начале весны, когда вот эта территория расцветет, и вспомнить, какие у нас были планы и состоялись ли эти планы. Завершить все работы по благоустройству в Ерик-парке запланировано до конца октября. Лариса Шлафаст, Константин Головин, Василий Колдашов. События.